Вопрос переселения граждан из аварийного жилья на сегодняшний день стоит особенно остро. К тому же он находится на особом контроле главы региона, а значит, решать его надо незамедлительно. Идеальным решением этого вопроса стало бы строительство нового жилья, и сейчас предпринимается попытка найти подрядчика. По мнению Сергея Заблоцкого, новая застройка позволит решить проблемы с жильем и для молодых семей. К тому же в перспективных планах развития города большая роль отводится привлечению инвесторов. К мэру уже поступают предложения от лиц, интересующихся производством на территории Ахтубинска. Так вполне реально реанимировать кирпичный завод. Есть в планах городской власти и завершение ремонта автомобильного моста. К тому же пришло время узаконить имеющиеся застройки, навести порядок в имущественных отношениях и всем, что связано с арендой земли. Встреча в Доме офицеров носила характер диалога. Люди задавали вопросы, которые фиксировались в протоколе. На многие из них глава города отвечал сразу, а некоторые обещал изучить более подробно и затем дать ответ в письменном виде. Собравшихся в Доме офицеров, среди которых самыми активными оказались военные пенсионеры, интересовали вопросы, связанные с движением автотранспорта. Если въезд закрыт, например, по Черноиванову со стороны Гетермаса, проехать невозможно, если к себе, например, мы на Киску миру. Все движение стало, это надо выезжать на встречу. Нельзя это сделать еще на полу. Люди жаловались, что в часы пик у переезда образуются пробки, и решить эту проблему могла бы дополнительная полоса автодороги. Мэр пообещал рассмотреть такую возможность, хотя сразу акцентировал внимание на том, что это предполагает большие финансовые вложения. Еще граждан волновал вопрос дефицита автостоянок у крупных магазинов и рынков. Число автомобилей в городе постоянно растет, и парковаться становится все труднее. В этой ситуации, по словам Сергея Заблоцкого, трудно что-либо предпринять. Инфраструктура города, которая зарождалась полсотни лет назад, не была рассчитана на большой поток автотранспорта. Учесть все эти проблемы можно лишь при строительстве новых микрорайонов. Один из жителей города попросил у градоначальника содействия в решении проблемы освещения у 9-этажек по улице Сталинградской, рядом с магазином «Магнит». Этот район он назвал криминальным, так как в темное время суток находиться там небезопасно. Еще ахтубинцы просили обратить внимание на состояние дорог и тротуаров, а также поинтересовались, зачем в городской администрации работает так много чиновников. Присутствующие даже припомнили советские времена, когда в кабинетах власти народу было намного меньше. Управленческий аппарат, будь то город, будь то район, времен Советского Союза и времен сегодняшней России. Разница есть? Огромная разница. Я в свое время, когда был старшим дома, ходил туда в администрацию, и не один. Три этажа. Все кабинеты там, на этаже кабинетов сколько? Ну, наверное, кабинетов 30. И все кабинеты 3-4 человека сидят. Что они там делают? Ахтубинский мэр уходить от темы не стал. Предполагая, что многим его ответ не понравится, он объяснил, что на сегодняшний день оборот документов возрос в разы, и сотрудники его администрации без дела не сидят. Требования к чиновникам столь высоки, что управиться с делами в рамках 8-часового рабочего дня бывает проблематично. Бюрократию на местах никто не разводит, приходится просто выполнять требования федеральных законов. После встречи Сергей Заблоцкий сказал, что следующий раз поход в народ состоится не раньше марта следующего года. Все предложения и замечания зафиксированы, работать есть над чем, и через полгода уже можно будет говорить о каких-то переменах. То, что касается встречи, это часть вообще от моей программы. Я думаю, что мы это будем делать регулярно. Это, мне кажется, один из таких пунктиков, чтобы власть должна быть с народом. И неважно, довольны они в данный момент или недовольны, мы должны быть готовы ко всему. Мы от всех замечаний, пожеланий должны их учитывать, работать над ошибками, да, и предпринимать все возможные меры для того, чтобы это все в дальнейшем, я говорю еще раз, удовлетворять потребности наших жителей. Елена Петченко, Виталий Просочкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.